Здравствуйте. Вы смотрите интервью в студии Ян Ермешов. В Красноярском городском совете начался полноценный сезон. Прошло первое заседание, на котором были решены два главных вопроса. Выбран председатель горсовета и его заместитель. И вот сегодня председатель горсовета Красноярска Валерий Ревкуц у нас в гостях. Валерий Александрович, здравствуйте. Добрый день и вам, и всем телезрителям. Итак, вы и в прошлом горсовете были, и в нынешнем. Прошлый горсовет отличался тем, что там было представительство одной партии, большинство одной партии. В этом горсовете такого большинства уже нет. Можете сравнить, есть какие-то отличия, по крайней мере, по первому заседанию? Ну, во-первых, наверное, вы правильно сказали о том, что было доминирующее положение одной партии, которой проще было договориться по принципиальным вопросам и эти решения провести. Сейчас более сложная политическая конфигурация, которая требует больше времени на процедуры, связанные с согласованием интересов всех в интересах красноярцев. Почему? Потому что у каждой политической партии, политического направления, политического крыла свои представления о том, как можно решить те или иные проблемы. Значит, для того, чтобы принять коллегиальным органом решение, в отличие, может быть, от тех принципов, когда что-то управляется единоначалием, да, нужно набрать 50% плюс один голос. 36 депутатов. Поэтому 18 голосов плюс один голос позволяют принять решение и провести это решение в жизнь. Поэтому, да, придется договариваться. Всем нет доминирующего положения ни одной политической силы. Может быть, это еще и позволит больше учитывать вообще интересы больших слоев и категорий населения города Красноярска. Вот в этот раз, по примеру, здесь легко было договариваться? Скажем, вот таким языком, скажем. Ну, каких-то сложностей больших не было, кроме того, что я четко и однозначно еще до голосования понимал, кто проголосует за, а кто проголосует против. Да? И это против не было принципиальной позицией конкретного депутата. Это было позицией, того политического движения, которое закрепилось и сказало, мы должны поступать вот таким образом, либо политического лидера. Я прямо скажу, что после процедуры голосования ко мне подходили те люди, которые априори голосовали против, да, и говорили спасибо, что сессия прошла четко, организованно, но практически по сессии не было никаких замечаний. Почему? Потому что я обратился с таким вопросом. Если есть замечания, выскажите их, пожалуйста. Да? Никто никаких замечаний не сделал. Поэтому я думаю, что мы должны работать. Мы должны работать в интересах красноярцев, которые нас избрали. А те люди, которые пришли в городской совет, должны осознавать, что, имея права, они имеют и обязанности. И если соотношение прав, очень много. И соотношение прав и обязанностей положить на весы, то обязанностей значительно больше, нежели прав. Да? Хоть и права у депутата муниципального образования тоже имеют место быть. Вот по опыту, впоследствии, когда совет уже начинает не собираться на первое заседание, да, где у кого-то есть политические пристрастия, есть еще пока какие-то обязательства перед своими избирателями, которые вот-вот еще свежи, впоследствии удается преодолеть вот эти вот партийные разногласия? То есть политика, она продолжает превалировать или все-таки она чему-то уступает место? Как правило, не является политика главным. Положим, это абсолютно точно. И отрезвление даже у, ну, будем говорить так, политически ангажированных, либо политически настроенных, а иногда даже агрессивно настроенных депутатов проходит в тот момент, когда он воочию сталкивается с проблемой, по которой нужно принимать решение. Очень легко, вот, не неся никакой ответственности, выступать с критикой, положим, да, говорить о том, что я завтра разрулю проблемы, связанные с тарифами на электроэнергию, положим, да, либо на еще что-то, совершенно не вникая в то, что это не муниципальная проблема. Проблема-то муниципальная, но принимается это решение на уровне органа исполнительной власти региона. Это уже не муниципальный уровень. Да? И вот когда все это понимание наступает, да,
И когда нужно, отрезвление, наконец-то. Абсолютно точно. И отрезвление, да. И когда еще политическая партия, которая, выдвинув своих депутатов, понимает, что это ее авторитет о том, как участвуют ее депутаты в обсуждении вопросов, насколько они конструктивны, насколько они предлагают лучшее решение, да? Ведь вот она, перспектива-то политической организации, где просматривается, да? Я скажу, что мы не намерены вот все оставлять в туне, мы хотим эти вопросы придавать гласности, да? Все те заслуги, которые принадлежат единичным депутатам, политическим организациям, мы должны оставлять за ними. Это они предложили лучшее решение. И мы должны об этом сказать. Ровно через полгода, в соответствии с уставом города и регламентом городского совета, мы постараемся сделать так, чтобы каждый депутат городского совета пришел в какую-то студию телевизионную, выступил на страницах средств массовой информации с тем, чтобы проинформировать людей. Я вот так работал на постоянных комиссиях, на сессиях городского совета. А к вам, избиратели конкретного округа, где вы за меня голосовали, я готов прийти с отчетом, и вы мне скажете, как решены те проблемы, по которым мы ходили. Все же говорят, мы истоптали там не одни ботинки по дворам и так далее. Но вы же не зря их топтали. Вы набрали массу информации, массу проблем, да, и обязались их разрулить. Давайте, давайте теперь отчитаемся, да? И через решение городского совета, через городские программы, да? И что сделал дополнительно к этому индивидуально каждый депутат? Я считаю, все будет нормально. Мне кажется, что я не видел ни одного депутата, который бы, ну, произвел вот впечатление какого-то, ну, невменяемого человека. Честное слово, есть высочайшие профессионалы, нужно позавидовать. У нас вообще мощные строительные руководители. Я хотел спросить вот о чем. Вы понимаете, этот горсовет еще отличается тем, что очень много бизнесменов. Очень много людей самостоятельных, независимых, с абсолютно независимым мышлением. Вот здесь удастся их собрать в одну единую группу, чтобы вот добиться результата? Здесь придется поступаться своим мнением. Я не думаю, что нужно будет поступаться своим мнением, да? Ведь эти люди делом доказали свою состоятельность, да? Они организовали свой бизнес, мощные фирмы, положим, и пусть даже не мощные по масштабам, да? Они знают, что такое принятие решений, да? Они прекрасно понимают, можно ведь быть глубоким профессионалом в своем конкретном деле, да? А здесь вопросов жизнеобеспечения населения очень и очень много. Профессиональный строитель может не совсем компетентным человеком, положим, быть в вопросах транспорта, либо каких-то других социальных проблемах, которые непосредственно его или его фирмы там, ну, не касаются. Поэтому я думаю, что умение слышать, а любой руководитель обязан слышать людей, да? Он ведь только не сам вытягивает дело, он вытягивает любое дело коллективом, формируя его, подчиняя его, может быть, своей воле на принципах единоначалия. Но здесь он понимает, что он приходит в коллегиальный орган. Да? Мне, как вот спикеру, положим, городского совета, очень важно вот все эти мнения концентрировать, да, и выходить с каким-то единым решением, которое бы удовлетворяло абсолютно всех, и самое главное, удовлетворяло население и решало бы какую-то конкретную проблему городскую. Ну, сейчас станет проблема очередная перед городским советом, это формирование комиссий городского совета. Да, безусловно. И вот я почему еще спросил про то, что очень много бизнесменов, потому что есть такие области, есть такие комиссии, да, где, в принципе, нет людей, которые бы занимались теми или иными отраслями, ну, допустим, культурой, да, да, медицина, тот же, ну, транспорт, я понимаю, у нас как бы есть кому заниматься, да, то есть придется людям, которые никогда не занимались этими отраслями, сходу понимать, а что здесь нужно делать. Притом и бюджет у нас очень скоро принимается. Нет времени на раскачку никакого. Но вы абсолютно правильно говорите о том, что люди должны понимать, куда они собрались.
Они собрались в депутаты городского совета. Они уже пришли туда. Да, они пришли туда. Это не семечки щелкать. Вот тот конкурсный отбор, который был там по 15-18, ну где-то больше, где-то меньше, человек на одно место, да, видимо, кого-то отсеял уже, да, остались лучшие. Вот я полагаю, что каждый из этих лучших, да, не захочет выглядеть идиотом, дураком, положим, да, по тем проблемам, которые так или иначе он обязан уже решать, ибо он сказал, я хочу заниматься вопросами жизнеобеспечения города. Да? Ему же не говорилось о том, что вот ты как депутат будешь заниматься вот узким-узким слоем проблем, положим, да, вот чтобы из крана только капала вода. Нет, любая проблема, которая есть в городе, требует твоего участия, по крайней мере, твоего мнения, когда мы будем принимать решение. Да? Самое, будем говорить, такая безобидная и ненужная ситуация, это когда человек голосует либо против, да, либо воздерживается. Вот норму воздержался, положим, исключить, против надо оставить. Почему? Потому что надо быть против глупых решений, ненужных решений. А вот воздержался оставить, тогда дееспособный человек должен вообще либо говорить «за», либо «против». Вот. Это абсолютно точно. Но в любом случае, для того, чтобы принимать решение, надо набирать большинство голосов. Это, я полагаю, должны понимать депутаты, ибо если этого не будет, да, городской совет будет недееспособный. Все это дело трансформируется на деятельность конкретных депутатов. Значит, это мы, все наше сообщество недееспособно. Но мне кажется, что городской совет к этому не способен. Он докажет, что он дееспособен. У меня, по крайней мере, есть такая уверенность, или я ее назову глубочайшая надежда, что все будет нормально. Новичков очень много, вот разговор. Да, не, ну так бывает. Ну, люди же умеют учиться. И честное слово, у меня глубокая надежда о том, что все, кто туда пришел, да, ну тоже как-то это сознают и готовятся. Совсем скоро будет приниматься бюджет, да? Да. Буквально через, наверное, месяц, да, первый документ? Ну, я полагаю, что да. Через месяц? Да. А как вы считаете, вот к этому моменту горсовет уже будет готов решать вот эту, это серьезнейшая проблема? Это очень серьезное и важное решение, которое требует от каждого депутата мобилизации сил и самых сложных сил умственных, да, для того, чтобы освоить все сложные положения, бюджета города Красноярска, принять участие в его обсуждении и не просто поднять руку, а поднять эту руку за либо против осознанно. Да? Это потребует работы. И, кстати, это очень хороший экзамен, который пройдут абсолютно все те, кто вот обрел право быть депутатом и от имени людей высказывать свою точку зрения. Большое спасибо, что пришли к нам в студию. Желаю вам удачи. Спасибо, спасибо. Сегодня у нас в гостях был председатель горсовета Красноярска Валерий Ревкуц.